Два дня остается до конца лета и, соответственно, до Дня знаний. Пока большая часть школьников собирает портфели, будущие ученики Чувашского кадетского корпуса имени Кочетова пакуют еще и чемоданы. В самом начале учебного года у них будут учебно-военные сборы в Крыму и Пермском крае. О их программе нам сегодня рассказала заместитель директора корпуса. Наших ребят ожидает интересное событие. Ребята поедут в Крым и в Пермь. В начале сентября будут организованы учебно-спортивные сборы с организацией образовательного процесса. Ребята будут проходить такие предметы, как математика, русский язык, иностранный язык, история и обществознание, география, химия, биология. Будет усилена физическая подготовка ребят. Все будет очень увлекательно и интересно. Согласно учебному плану, такие сборы проходят каждый год в сентябре или в мае. В этот раз их проведут в начале учебного года, так как в корпус поступило много новых ребят из 7 разных регионов страны. И во внешкольной обстановке им будет проще подружиться, говорят педагоги. Впрочем, День знаний кадеты встретят в Чебоксарах. Сейчас корпус готовят к праздничному открытию.